Привет, мои хорошие! Хочу вам показать дендробиум Светика из Америки, из Пенсильвании. Пару лет назад она с подружкой мне его передала. Он просто постоянно цветет. У меня разные дендробиумы, они все цветут, но так как этот, никто часто так не цветет. Очень он красивый, нежный. Было еще два цветочка, они уже завяли. Еще два, и вот тут вот почечки. Белые пятнышки я обрабатывала от вредителей. Сейчас осень, обрабатывала, чтобы зимой мои цветочки все, никто их не кушал. Так что не обращайте внимания. Знаете, чем он еще? Она мне давала одну детку, кейк. И вот за пару лет, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре выросла. Постоянно цветет и дает деток. Одна детка уехала в Краснодар к Тате Смайл, к Танечке. Вторая детка уехала к Любочке Богомоловой. Так что, Светик, твой цветочек уже разъезжается. Если даст еще детка, у меня еще есть подружки. Я Ирочке из Греции обещала. Так что потихоньку, потихоньку эта прелесть будет у всех. Вот такой. Попить любит. Сидит в небольшом горшочке. Я не делаю ему ни просушки, вообще ничего. И он радует своим цветением. Ну вот здесь точно будет. Так, где? Не вижу. Так, вот здесь вот. Вот здесь почка. Я думаю, это будет цветонос. А вот сверху, не знаю, может быть и детки. Я буду очень рада. Я люблю деток. Люблю дарить. Ну, вот такая вот маленькая прелесть. Всем пока. До скорых встреч!